Сообщением о грабеже в дежурную часть полиции Хостинского района обратился приезжий из Перми. Мужчина сообщил, что двое неизвестных выхватили из его рук кошелек и скрылись. Сумма ущерба составила 4000 рублей. Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи из камер видеонаблюдения на близлежащих строениях. Удалось установить личности и местонахождение злоумышленников. Двоих 23-летних сочинцев задержали. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Санкции предусматривают до 7 лет лишения свободы. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто пострадал от действий данных лиц, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02.